будет все сканировать компьютера. И посмотрим, вот они для белых и для черных, и типа этому. Свою предыдущую запись посмотрим. Там он глупую ошибку допустил. Мне кажется, белые выиграют, потому что у них уже вначале они первые идут. Все шаги буду ходить с такими, когда он до конца досканирует. И будет показывать самый лучший ход. И для белых, и для черных. То есть как бы компьютер. Тут я пробовал играть с компьютером. А потом. Я сдался. Вначале у меня преимущество тут было. По сути, при глубоком анализе он боковыми спешками никогда не советует идти. Особенно в начале. И шестого уровня без обратных ходов, ну, чтобы если сделал шаг, то сделал уже обратно, нельзя ходить. То я или один раз, или там кажется, я несколько обратных шагов взял. Или ни одного раза, а в ничью так было, или один, или несколько раз, кажется, без обратных шагов с компьютером. Теперь я что-то на близ игры, на быстрые шахматы. Перешел, и поэтому уже мне как-то трудновато его обыграть, потому что не терпится. Я привык уже быстро играть. Мне кажется, что либо белые победят, либо ничью закончится. Вот если таким вот все шаги слушать, что компьютер говорит. Уже ничего показывает. Я там смотрел на видео.
И там была игра компьютера против компьютера, там два разных шахматных программ. И они там где-то 2 дня или сколько там на мощных компьютерах там играли. И все только закончилось в последней, но уже на спешках, то есть в финшпиле, так никто там мап так и не устроил, конечно, так как там они все обдумывают, что что-то там так быстро устроить там невозможно. Они хорошо все шаги обдумывают, поэтому кажется, у белых был слон, у черных был конь. Там, где был слон, вот те белые, потом и 3 спешки, кажется, или 4 у тех, и у тех было, и белые поменяли в конце. Там на королеву, кажется, когда вышло, или белые победили. Так было приблизительно в конце раунда, так, позиции материальное благо. А тут даже быстро подумал, что даже нечего тут думать, тут надо бить. Как бы ничего умного тут не придумаешь. Белых маленькие преимущества, но это в конце вряд ли это может привести к победе. А может что-то в спешке сдвоенное все-таки черная победит. Это и тут эти, видимо, для этой спешки открыть ход. Вот теперь советуют вроде нагнать это слона. У меня тут процессор и компьютер достаточно сильный, то есть процессор компьютера, поэтому он тут достаточно так быстровато высчитывает все, не так как на носимом 2008 или какого года, или 11-го, там уже это значительно дольше было, тут думают. Так советуют не идти вот тут куда-то, то обратно идти. Возможно, из 2 частей сделаю до 16:30, засниму 1 часть, а потом 2-ю. Начну потом снимать. Если не успею до 16:30.
Мне кажется, вряд ли кто-то спеет. Что у белых, что у черных шаги повторяются. Так как у белых спешка ближе к королеве, поэтому белые могут выиграть. Или наоборот проиграть, что сдвоенные спешки. У меня процессора я там в BIOS полазил, там немножко напряжение снизил. Или процессор, или там какой-то DLL, там что-то там, какие-то частоты там где-то снизил. Как бы меньше потреблял он, холоднее было. Может, это лучше будет. Хотя там слишком сильно снижать опасно. Ну, если слишком сильно снижается, то он вообще потом не включается, черный экран там показывает. Потом нужно батарейку вытаскивать и подождать там где-то 10-20 минут, чтобы там все стерлось в памяти, тогда вставить батарейку заново. Все начнется, и все по умолчанию установки снова сбросится, тогда запустится. Вот уже у белых плюс 2 писали. Плюс 0,2 преимущество. Тут. Еще есть такое мнение, я смотрел шахматные там комментарии там. Говорят, что компьютер больше любит слонов. Но слон действительно лучше, он как бы математически. Вот тут, если, допустим, слон, и он перекрывает вот сколько полей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. А если тут конь, он перекрывает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полей. А там 13 полей. Потом как бы конь лучше. И слон лучше. А конь может перепрыгивать, фишка его в том, что. И он может от белых на черные переходить. И вообще-то для человека это как бы больше так психологически опасно, что как бы он так ходит криво, и заметить сложнее его как бы ходы, чем слона. Для компьютера это кривость, видимо, ничего не значит. Нападает на слона. Тут, видимо, конь защищает, бежит. Вот если, например, тут в углу, например, слон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полей перекрывается, а конь 1, 2, 3, 4, слон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
сон как бы лучше получается. Когда работает процессор, еще слышен звук вентилятора громче. Это можно определить, или сканирует тут или нет. Еще по системному монитору можно видеть КПУ. Весь аудио, смотрю, много замирает. Это вот тем, с чем я записываю. Ну, в общем. А, теперь опера много идет, потому что сканирует. Стремляет процессор. Тут видно, как она сканирует. Закончила сканировать, все. Право потребляет.
Ой, нас спешит, пропала. +4, +0.4.
я заканчиваю. Там продолжим. Можно приостановить запись. Вот, продолжаю.
уже могу предсказать, чем закончится. Закончится ничьей.